Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю – это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognoz.ru «Большая семерка». Переходите на сайт, смотрите описание в соответствующем разделе и выигрывайте вместе с нами. Мяч остается в игре. Мюллер возвращается назад. Атака греков, может быть, даже удар мы увидим. Увидели. Теперь уже с мячом Артура Видаль. Удар-то будет хоть один у Баварии в первые 10 минут. Пока только розыгрыш. Да, вот удар, опасно. Отбивает мяч, Дуглас Коста. Гол. Ну вот первый удар и первый гол сразу же Бавария забивает. И делает это Дуглас Коста. Минут. Вот передача Видаля. Подходит Буатань, действительно. Убирает мяч. С левой стреляет как надо. Очень опасный удар. Отбивает мяч вратарь. Но Дуглас Коста имеет возможность не просто добить мяч, он имеет возможность поднять голову, сделать одно касание, обратите внимание, вот оно, подработать мяч. И дальше уже бить, ну, в общем, со всеми удобствами. Вратарь задел этот мяч, но отразить мяч, пущенный с такой силы, с такого расстояния, конечно, было очень... Коман смещается в центр, везет ему. Еще один заход в центр, удар, мяч падает в Левандовского. И счет становится 2-0. Везло сейчас поляку. Оказался он на ударной волне. Попал в него Коман и тем самым дал потрясающий шаг. Ну вот, смотрите, Коман прорывается. Нет офсайда, нет у Левандовского из-за того, что Масуока не успел выйти. Левандовский этот удар Комана обработал, переварил и точно направил мяч в угол ворот защитного в данном случае Роберта. Почти 11-метровый удар, ну чуть дальше. Сейчас опять дальний удар может последовать. Передача на Робина. Ну-ка, Робин. Идет сам, оставляет мяч Ламу. Лам подает. Левандовский, удар Комана. Робин, Мюллер. И что, это считается? И это считается 3-0 уже к 20-й минуте. Пожимают друг другу руки. Давайте посмотрим, как это все было. Розыгрыш Робина. Он идет сам, оставляет Ламу. Мягкий навес. Левандовский. А вот сейчас Мюллер находился в положении вне игры. Но мяч, поскольку летел не к нему, а к Робину, то судья этот офсайд не зафиксировалось. Эта ситуация отыграна, а здесь уже, когда, собственно, производилась передача голевая Робина, Мюллер в офсайде не находился и внес буквально мяч в ворота. 3-0 в пользу Баварии. Видаль. Дуглас Коста. Очередной проход. Передача Левандовский. Вот здесь не забили. Дубль. Вот, смотрите, Левандовский раз подрабатывает и бьет. На фланге играет на Мюллера. Офсайда нет опять. Мюллер бьет! Зочи Синала уже стал самым результативным игроком Баварии в истории по количеству мячей в Кубке чемпионов. Забрали баварцы мяч, это вновь Коман. Кимих, Видаль, удар! Мимо. Там показывают голы в середине поля. Сейчас вот с приходом Видаль это появилось. Коман. Лам. Прострел. Этот раз Левандовский в себя попал. Это Камбьяса там больше руководит, чем... Левоевич собирается бить. Пятый номер. Удар! И в дальний угол. В борьбу с своим соотечественником. Масуока. И вот передача. Интересно, что Нойер не выходит. Батштубер. Штрафной. Желтая карточка теперь самому Батштуберу. Оба центральные. О, красная даже. Ничего себе. Йонас Эриксен посчитал, что это лишение соперника. А все это финты от ворот. Но смотри, проходит он Филиппа Лама неожиданно. Передача. Шанс есть пробить. Не попал. Да, вот здесь Милевоевич плохой пас отдал. Опередил Дуглас Коста. Дальше поди за ним. Поспей. Идет сам. Много греков, разумеется. Передача. Видаль не стал бить.
Подключает Рафинью. Бразилец топчется. Видаль. Лам. Навес. Мюллер. Скидка. Коман 4-0. Нет, похоже, что гол не засчитан. Почему? Не думаю, что там было положение вне игры. Нет, гол считается. Здесь офсайд у Комана не считается. Здесь тоже нету офсайда никакого. Здесь не может быть офсайда. Да, это чистый гол, разумеется. Как его можно не досчитать? Мюллер становится автором голевой передачи. Перевесил защитника до кошту. И да, вратарь слегка тут заехал по голове Коману, но награда ему забитый мяч. 4-0 в пользу Баварии. Кингсли Коман